Добрый вечер. Капитан команды Ермак Артем, вратарь. Центральный полузащитник команды Спартака. Нутько Дмитрий. Просто стоящий слева парень. Как настроение, мужики? Нормально все? Я что знаю? Я тоже особо ничего не знаю. Сегодня бой дали. Игра хорошая получилась, да, интересно. Могли больше забивать, не забивали. Столько моментов. Вот. Да. А так игра хорошая. Вот все пенальти справедливые были? Не, ну да. Ну да, наверное. Ну в основном последний он не забил, поэтому как бы... Там можно было сказать, не было, поэтому... Ну, не, почему? За штрафной справедливо, было. Пенальти все справедливо, а некоторые моменты все-таки были такие спорные. Да, вопросы есть? К судье все равно остались. Да. Нет, а так поздравляю кого? Саня лучший. Да. Мы их тоже поздравляем. Саня, с поражением Саня поздравляем. 6 из 10 дам оценку за сегодняшнюю 10 игру. Из 10 даю. Какие планы на следующих ваших соперников? А следующий я не знаю, кто. Ну, выигрывать, как обычно, других планов нет. Нам хотя бы постараться выиграть. Им хотя бы игру сыграть. Собраться вниз хотя бы. Им хотя бы приехать сюда. Кого из команды соперников выделить каждый? Вратаря с камень. Я тоже вратаря выделил. Центрального полузащитника выделил. С победой, с поражением. Спасибо. Удачи.